Всем привет! В эфире ВГ Дайджест. Свежие новости, анонсы грядущих событий и акций. Все это ближайшие пару минут. Вы готовы? Тогда в бой! Для начала о новости, которая взбудоражила, чуть ли не всех наших игроков. Да, я на новогоднем марафоне. До 16 января и танкистов, и пилотов ждет море скидок, подарков и сюрпризов. А самые смелые уже вступили в борьбу за главный приз – премиум-танк 8 уровня ИС-6. Так что дерзайте. Если нужны подробности, читайте их на портале. Ссылки в описании к видео. Поздравляем всех пилотов! Вышло в свет обновление 1.1, и чего в нем только нет. Новые карты, линейка немецких истребителей «Фоки Вульф», премиум-самолеты 5 уровня, новые медали и достижения. И это, поверьте, далеко не все. Заходите в игру, проверяйте сами, а подробности читайте на портале. Для тех, кто в танке, тоже есть хорошая новость. На днях в Москве прошла презентация японской линейки техники. Кроме боев кендо и мастер-класса по приготовлению суши, ребята из Wargaming показали, что из себя представляет новая ветка техники, и хаго теперь стоит опасаться в боях. Пресса посмотрела, оценила, теперь и вы оцените. Обновление уже вышло. Иногда, чтобы затащить бой, помимо прямых рук, необходима еще и правильная игровая поверхность. Поздравляем! Теперь она у нас есть. Фирменный коврик SteelSeries уже поступил в продажу в онлайн и офлайн сетях электроники России, Беларуси и Украины. Надеемся, что с ним шанс непробития уменьшится, а процент побед только возрастет. На этом все. Скоро увидимся. Пока!